Качественную без выходных работу строителей и монтажников может оценить любой горожанин. Сегодня здание Центра соцобслуживания населения приобрело новый внешний облик. В ближайшее время и крыша здания будет соответствовать всем современным требованиям. Обновку ко дню шахтера 2013 получит в подарок и главное здание Управления соцзащиты населения. Более половины работ здесь строители уже выполнили. Впечатления от созидания всегда только положительные. Ведь что-то новое, оно всегда вносит радость, позитив. Вот наше здание, мы никогда не ожидали, что нам выделят какие-то деньги на облицовку. Думали, на внутренние работы. Но вот спасибо Дню шахтера. Из федерального бюджета на систему социальной защиты населения Ленинско-Кузнецкого выделено 13,5 миллионов рублей. По 3,5 миллиона на реконструкцию зданий управления, центра соцобслуживания, центра реабилитации детей и подростков и на замену кровли спорткомплекса «Спартанец». В рамках города, может, это небольшие деньги, но для нас достаточные, потому что вот на каждое здание хватает оформить фасад, отремонтировать крышу, заменить оставшиеся окна, еще останутся деньги на какой-то внутренний текущий ремонт. Поэтому мы, конечно, очень рады. Все работы должны завершиться уже к середине июля, но строители обещают справиться с задачей значительно раньше. На большей части объектов реконструкция идет с опережением графика.